42 серия Мурманск Магадан. Будет пройдено 43 километра. Движение в сторону Читы. Будет 3 вставки фото. Мухоршибирь снял на фотоаппарат населенный пункт. Стартуем. Место великолепное для отдыха. Хоть фуры приезжают ночью, но я ничего не слышал. Называется кафе Булат. Как сказали вчера на трассе дальнобойщики, отлично готовят бузы. Я с большим трудом удержал себя, чтобы не наесться от пуза. Знал, что... Да что ж такое же я заехал-то? Знал, что... Они с бульоном, и все равно облился. Вот. Очень вкусно. Будете в Бурятии. Вот это одно из лучших мест, где можно бузы. Одна порция, что-то 200. Так. 47 рублей одна штука, порция 3 штуки. В общем, посчитайте сами. Если интересно, еще салат овощной и чай. Вот второе кафе, но здесь сказали дальнобойщики, не очень. Лучше всего там. Ну не знаю. Здесь я не пробовал. В общем, ужин обошелся 47 рублей. Это 247 рублей. Это тот редкий случай, когда я зашел в кафе. Но на трассе буду еще искать за вот такие же кафе. Консультировать, спрашивать у дальнобойщиков, они подскажут. Вот здесь много фур кучкуется, остановились на ночь и заодно покушать. Национальное блюдо в Бурятии — это бузы. То, что в магазинах продают или что-то в Москве, в других городах делают. Может быть и вкусно, не знаю, не пробовал. Но то, что пробовал, магазинное, это никакое сравнение вот с настоящими бузы не идет. От Улан-Удэ в сторону Читы, сейчас скажу. Примерно 500, от Иркутска 529 километр, от Иркутска 529 километр по трассе.
Ну, как сказали дальнобойщики, километров 30 от Улан-Удэ. Это ориентировочно, не точно 30, там плюс-минус немножко. А точно можете записать координаты с точки старта, и вас привезет навигатор прямо сюда. Температура за бортом 19 градусов. Ночью, говорят, был дождь, что я не заметил. Может и был. Так что те, кто хочет попробовать настоящее национальное блюдо бузы в Бурятии, рекомендую. Я больше ничего не беру, ни рыбу, ни какие другие продукты. Был случай интересный. Ехал из Владивостока в Москву, на берегу Байкала, купил почти целую коробку рыбы, омуль. Привез домой, забыли, поставил и забыл. Через год, наверное. Что ж такое там в коробке, вот, открываю рыбу. Ну, по дороге рыбу я не употребляю, потому что жажда. Ну, в общем, рыбу по дороге не употребляю. Обхожусь тем, что беру с собой. Но сегодня был тот редкий случай, когда я зашел в это кафе с одной целью — покушать настоящие бузы. Порция 3 штуки, ну, вполне сытно, да, вот, но я знал, я бы мог и больших, там и 10 штук, но потом было бы совсем плохо. Потому что остановиться нужно иметь, как у меня, силу воли. Да. Остановился засветло, потому что прошедшие 2 дня нужно было как-то компенсировать. Двигаюсь в сторону Читы. Сейчас показывает расход топлива 14,2, пройдено 6 километров, 45 минут как включен двигатель, скорость 9 километров в час. Вот просторы раздолья степь Бурятии. Как отличается природа, вот, например, в средней части России, Карелии,
Сибири, Забайкалье. И вот Бурятия. Степи, степи, степи. Дорога великолепная, разметка, полотно дороги чудесное, ровное. Ну, временами попадаются вот такие вот нежданчики. Конечно, картину они могут подпортить. Нужно быть внимательнее. Цвет асфальта черно-красный какой-то. Я уже говорил, что полотно дороги может отличаться по цвету в разных регионах. Запас хода 290. Вот посмотрим, сколько будет заправок у меня, сколько будет АЗС. Ночь прошла хорошо, мне понравилось. Много фур приезжало, уезжало, но я их практически не слышал. Огромное количество праворульных автомобилей. Но это из Японии. Япония рулит. Я имею в виду легковые автомобили. Ну и тоже вот среднего класса, типа газели. Вот, тоже праворульные. Сколько подъезжало вчера машины легковых и таких газелек, я их называю условно микроавтобусы, все они с правым рулем. До 4 где-то осталось 580, ну 600 километров. Примерно так. Ну вот первый знак АЗС. Что за АЗС здесь? Если Роснефть или Газпром, то заправлюсь. Да в любом случае заправлюсь, наверное. Время, если тут Иркутская, то плюс 4-3 часа по Москве показывает, и плюс 4 часа разница в часовых поясах. Итого 7 часов местное время.
Тугнуй, поселок, а река Тугнуй. Ну и где же АЗС? Так, сейчас забьем в навигаторе. АЗС. Еще забьем в навигаторе, интернета нет. Взгляните. Так, и что она тут мне подсказывает? Сейчас. Да, интернет отвратительный. Мегафон 25% мощности. 3G, но ни хрена не может поймать. Сейчас найдет маршрут и посмотрим на эту АЗС, которую рекомендует Яндекс Навигатор. Ну вот такая дорога была несколько лет назад. Она осталась, особо не разгонишься. Маршрут построен. Вот. Приехали. Посмотрим, на какую заправочную станцию приведет Яндекс.Навигатор. С такой дорогой, конечно, много не проедем. Хорошая дорога, фрагментами вот такая еще старая дорога. Вот такая же дорога и ожидает далеко впереди. Техника дорожная, по всей вероятности, займутся
строительством или капитальным ремонтом этой дороги. Дорога Улан-Удэ-Чита. Степи, степи, степи. Зимой, конечно, тут, ё-моё, разгоняться крайне опасно. Зимой, конечно, тут сладко. Он как трясет Тойоту. Нежно пойдем. Вот дорожные знаки, значит, работа ведется. Посмотрим, какого качества. Капитально строят, убирают старые слои, причем на полметра, наверное. Сняли, видать, верхний слой фрезой. Ну, дорогой занимаются, насколько, наверное, позволяют финансы. Хорошо, что вчера спросил у дальнобойщиков, где бозы. Доехали нормально, дорога. А вот дальше, если бы поехал, не остановившись,
темное время на такой дороге, конечно, было бы не сладко. Поставил на зарядку аккумулятор для фотоаппарата, первым разрядился. Зарядился довольно быстро. Преобразователь 12 220 вольт. Другого устройства для зарядки аккумуляторов
Нет, ну я имею в виду автомобильного зарядного устройства для аккумулятора фотоаппарата нет. Навигатор показывает через 3 километра поворот налево. Может быть, на заправку. Так, здесь показывает уверенность приема. Но она скачет. То 25, то 50% мегафона. На Теле 2 прием уверенный был на стоянке. А вон что-то впереди маячит. Возможно. Да, вижу желтого цвета. Вроде бы. Роснефть, вряд ли. Через 1,5 километра поверните налево, а затем поверните налево. Налево, налево. Если Роснефть. Там еще какая-то. Через 500 метров поверните налево во двор, а затем поверните налево. Еще одна стоянка. Да, Роснефть, сюда я и поверну. Роснефть. Поверните налево во двор, а затем поверните налево. Ё-моё! А тут засыпали ямы хоть. Так, сейчас я посмотрю, сколько свободного места в баке. Компьютер позволяет это делать. Так. Бортовой компьютер. Ассистент в состоянии автомобиля. Так. Бортовой компьютер. Расход не надо. Свободное место в баке. 30 литров. Ладно. Так, Роснефть, подсолнух. Через 100 метров поверните налево. Девяносто пятый, 48 рублей 40 копеек. Так, вполне приемлемо. Удобный сервис.
не сервис, а функция показывает бортовой компьютер, сколько свободного места в баке. По индикатору от водителя нету, поэтому я заеду вот так вот. Так, залил 95-й, 30 литров, дальнобойщики с левой стороны уже уехали, нет, из Москвы. Вот они. Москва в канале? Вы приехали в промежуточную точку. Поверните налево. Наверное, не слышит на улице. Сорок пять девяносто, обалдеть, блин. Самая низкая цена. Дешевле не видел еще. Ничего себе. А здесь 95-й. 48.50. Может, я не на тот строку посмотрел.
дальнобойщик подошел сейчас на заправке. Я, говорит, видел вас, вы на ночевке вот там стояли. Поинтересовался, из Москвы? Я говорю, да, из Москвы. Он говорит, мы тоже из Москвы. Ну вот я по радио вызвал, он не ответил. Ну, заправляет автомобиль, наверное. Ну что, Алиса, или как тебя, Яндекс.Навигатор, молодец. Хорошо подсказал. Еще одна заправка. Так, запас хода показывает 800 километров. Так, перестроить надо. Здесь 95-й, 48-80, Мохрошевиль, ё-моё, читать не смог даже. Все праворульные, кроме Жигулей. Я поинтересовался состоянием дороги. Давно же я тут не был. Сказал. Кстати, они двигаются в Хабаровск. Тоже не ближний свет. Вот. Сказал, что состояние дороги такое же до самой Читы. Ну, в смысле, с проплешинами, с этими. Так, я не могу не остановиться, чтобы сделать фото. Сделал фото, чем-то чуть-чуть напоминает Сим на Урале. Также вот в низине. Но выбирает, наверное, специально такое место в низине, чтобы ветра не было. Потому что местность открытая. И зимой просто, наверное, жутко.
подружка. Бычок, не, коробка. Остановилась, теперь смотрит, где сойти. Строятся, живут, нравится. Еще мне тоже нравится. Тихо, спокойно. Вот пенсионеров всех сюда. Во главе со мной. Момента заправки 7 километров. Заправки 10 минут.
пытался рассчитать, сколько по времени задний видеорегистратор будет записывать, не удаляя предыдущие файлы. Показал это часов 6, наверное. Но через 5 часов движения поменяю карты памяти на обоих видеорегистраторах. Погода благоприятствует, съемки хорошие. Справа над горами облачность низкая. Задний видеорегистратор, съемка идет через тонированное стекло. Поэтому там качество не очень высокое. Загоны для скота, это, наверное, на зиму. С левой стороны хороший бирь, хороший бирь.